Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Федора. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память преподобного Федора, освященного игумена. Празднуется перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского игумена Новгородского чудотворца, преподобных Кассиана и Лаврентия Камельских, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Вита, Модеста и Крискентии, питательницы, блаженной Атроковицы, музы римлянами и другие православные святые имена, которые вспоминают этот день. Сегодня также празднуется иконы Божьей Матери Дубинская, Красногорская и Моздокская, Иверская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим мир иной.